Gather round, mateys, so I can blow you up. Whoever grabbed my oppressor, just leave it there and I'll request it back to me. So I'll see whenever you go in and I'll just request it back. Cinco, cuatro, tres, dos, land travel. La batalla comienza. I'm gonna request my gigabyte. Alright. Alright. I'll get him. Alright, I'm just gonna check. Wait, was that something that's still there? Yeet. Yeah, it repairs down there. Get her! Oh, she missed me. Men tell no tales. This is interesting. Oh. I targeted Bray and split me through in front of me by two cars. Oh, Lexi, invite me to your crew. Yeah. Oh, what the heck? Gee. I was not expecting that. Me neither. Drove right into my helicopter. Blew up. Wait, I was trying to pop the tires, don't kill me. If
Yeah, that's true. I mean, we can just book him and get him out. Yo, nice car, bro. It's my weak car. Gimme, gimme. Ну я и тут, а он пошел про шмандовки. Да я дурак, простите. Господи, какой-то гром. Драй, чувак. Найс. Найс. Какой-то громкий реально. Yeah. Очень. Very, very. Ладно, я тебя убавлю себе. У него просто настроение хорошее, вот он и орёт. Я на 80 его поставил. У меня на 73. Это миллиметр сколько у кого? Получается, Настя самая большая. Mm-hmm. А, да, я плохо играю. Ты сказал с ботами вообще. А. Персонализа ту кампеон. А потом проиграли. Это по классике. Демо надо выпь писать, Настя. Выпь. Выпь. Какой-то молодой парень. Выпь. Выпь. Ты не понимаешь. Напиши демо на русском. Выпь. Это птичка такая. Выпь. Видел мем «Так, блед»? Видел. «Так, блед». Там птичка такая стоит. Ей ручки пририсовали, типа, на их на поезд стоит. Ну ты и зверь. Ну ты и зверь. Ну ты и зверь. Вот ты опоздал, на сегодня обсуждали все задницы всех женских персонажей. А ты опоздал. Мы минут 20 сидели расслабили. А ты опоздал, все. А все. Так, бег. Беговая атака. Что это такое? Cinco, cuatro, tres, dos.
Comience la batalla. Она меня закрыла. Я не феечка, тебе ведь, Димне. Нет, дамаг. Лол, он меня сейчас плечом ударил, когда я в вайсблок встал. И он меня подвинул. Я на ему на бушку. Она застряла! Она застряла, смотри! Я застряла! Это Инара застопила. Там у этой Скайдин ХП, я в нее два раза попал, пока она в инвизи бегала. Он пытался меня что изменить. Ой, спасибо, Настя, ты так вовремя. Есть ульта, что это говорит? Да мой фраг был, алло. Надо было освещение купить, я даже не посмотрел. Погоди, мне когда? Я улетаю. Она улетанула в закрытие пространство. Побежал. Одна смотаться хотел, мразь. Ай! Так меня убили, меня ультанул этот Малдембер. Настя, я тут спереди похит. Пол это лава. Ваш попугай обнаружил, что пол это лава. Ну чё ты сразу, ну? Чё ей от меня надо? Я знаю, что он на ней дамажит. Чё дамажит? Лучше фильм такой. Ай! Не. Да. Мне похоже омоложение надо покупать. Тэпнулся, ну блин! Скачу на... А, скай на хил.
кстати, в тыкве Молдемба можно стоять, она тыкву играет, она не домашняя. Вот. Пускай не нравится. Похильте, пожалуйста, похильте, пожалуйста, похильте, пожалуйста. Я в сбоке ставлю. Хватит так попадать, алло. Так я наверх взлетел просто, алло. Блин, они вдвоем наедут. Я лечу. Я лечу прямо, чтобы меня похилили, тогда в меня не стрели, когда я летел. Угу. А все уже. Я не помню такого. Там я же стеной был. Меня вообще-то. Меня позульт. Меня убили, когда я там это. Ага. Давай на него это. Давай его репорт. Да, да, да. За оскорбительное. Да, за оскорбительное поведение. Смотри, какой. Настя, смотри, какую звездочку красиво рисую. Иди сюда, смотри, сюда встань, сюда встань, смотри, куда стрелять. Ты чё? Ты чмоха. Всё, репорт ему. Настя, вон туда, смотри, вон туда. Вон туда. Она каждый раз это, и там это такая звездочка. Да, да, да. My Эш, иди отсюда, я не хочу с тобой драться, у тебя хп слишком много. Как он вернулся? Я лук не знаю. Ко мне Эш это домогает. Пока, Нора. Да хватит, тупая Эш! Ненавижу ее, мразь. Бейте. Здравствуйте, мразь. Да ты достал меня, мразь! Куда, куда, куда? Ай, похильте, похильте, возьму сюда. А теперь мой черед. А тебя никто не похилит, блядь. Идите от меня, мрази. Ай. Это крыса. А, блин, помогает. Ай! Бесит. Я такой медленный. Да ты после ульты Грока такая это медленная. Ну. Почувствовал скорость. Ну,
Вот почему я читал все время ник этого нашего Дэмба как Нига. Ты тоже? Ты тоже? Очень похоже на Нигу, но не Нигу. А я возьму. Нас все у нас контрят. Три хила, фланг и фан. Молодец. Так, 250 минут, что купить, да? 250. Книга. Ну, иди соси, а. 1, 2, 3, 2, 1. Ultimate is ready. My ultimate is ready. Ребят, тут много. Они все слева. Вот это Инару сейчас унизили. Угу. Меня сейчас унизили. Молот тэпнулся. Настя, зачем ты так ее унижаешь? А чего она меня будет? Ага, лох. Ха, лох. Айсблок называется. Смотрите, как Инара лежит красиво. Надо ее торчить. Из текстуры. Так, надо 59 выполнить, чтобы это дали. Ну да, да. А у меня больше всегда мага. Ха. Хотя я ничего не делал, в принципе, вообще. И смотрите, 1-0-1, как красиво. Так. Почти 150-ка, лол. Нас не хилил, только я. Получается, кстати, по факту. Да. Ой, спасибо, я уже вышла. Ой, спасибо, девочки. Так приятно, не могу. Чё, рейтинг, да? Ну пошли. Не, вы чё, упоролись. Какой рейтинг? Какой рейтинг? Мастер. Ты понимаешь, что, ты с нами скорее не сапнешь. Найс. Чё? Нет, нет, это шифта. Барика, Барика, да-да-да. Я подумал то, что она просто в простым укутана, потому что ей все вещи маленькие. А это не вам, девочки.
Йоу, сейфики. А я тогда Рукуса. А я Грока на хил возьму тогда, чё уж. Быстрее! Чего они делятся, не пойму. Эш, да, да, он танк хочет на ферспике брать. А мы дамаг будем, да, да, да. А тот пускай хила возьмет. Угу. На ферспике у них он по-любому какой-нибудь этот алмаз первый. А кто хил с танком? М? А он термин. Он терминуса забанил, мразь. Да нет. Так Эш же не танк, алло. Да это не. Мы проиграем. Я возьму Инару. Нет, да. Хорошо. Молодец, я после этого ухожу. Хорошо. Нахуй. Это за черепки. Которые скоро от него сказать. Да. Хила. Ну я поняла, что я хил, но какой я хил? И? Я с камерой. Кого взять? Да кого хочешь, кого хочешь. Может, Дженнесу? Ну, нет, Дженнесу, да, ты... У нас Эш, Настя умрет. Мне кажется, что он хочет там слить ранг, а не это. Он прям как этот. Главное просто, чтобы вы убивали все. Буллинг. Я на Шалине не играл месяц. А, вот, а нет, тут нету. Да, она теперь же говно, она секунду действует всего лишь, я даже вторую не успею натянуть. Девки, вы хотите сосать? Ну, как-то понятно же, коты. Угу. Пять плюс восемь. Где, да? Почему 12? У тебя же... Не 13, нет? Ох,
Андрюха. Ну тебе будет эта Ляна подката сейвить. Короче, давай. Зеноса. Зеноса. Так. Меня. Он меня через стену притянул. Опять. Он хотел ковыркнуться, мразь, ты видел? Да погоди, у меня АД. Я не привык, я слишком сильно на мышку давлю. Ага. Иду. Да я Я слишком на мышку сильно давлю, из-за этого она ездит это, по ковру очень плохо. Лол. Я тоже. Иду. А, я набежал. Уходим, ходим, ходим. Да, лол HP, а мы как бы не на хайграунде. И залезть никто не может. Помнишь того шалинина, который... Который не попал. Помнишь, Настя, того шалини, который не попадал? Да. Это я, здрасте. Он даже вместе с ним попал. Ну, он писал что-то. Да я... Ты посмотри, как кто-то там играет. Помнишь, он написал, когда я говорю, что не попадает. Я не привыкший. А я выпрыгнул в последний момент. Настя, поставишь потом месточку? Спасибо. А мразь, ты на бомбе. Блин, Андрюха разобрался. Окей, доки. Ты два раза уже. Я три. Чего у тебя так устранение мало так? У меня это 8. Да эти фури у меня, чего? Фури, дай. Квешка. Ля, смотрите, у него язык. Язык и моя стрела одного цвета, смотрите. Я. Вот же испачкал. Я, Настя, мы с тобой. Настя, смотри. Говно испачка. Я тебя говно испачка. Я мишку поставлю. А я вот тут, я вот тут. Ля, я вот это я, вот это я, смотрите. А я под спреем тогда. Я тоже. Есть еще спрей, который, ну, типа, голограммы. Там... Уйдите из коридора! Там у него головы нету, короче. Ты просто можно вставать туда, типа. Больно. Дай нам вот это горло, нахуй. Я не попал. Я
Сейчас, 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 бомбер прокатит. Там это кто-то пытается. Ай. Да я вольтанул вольт в это. Ай, кидай, кидай, кидай. Ой, тебя так получается хорошо, Настя. Спасибо. Говори. Хотя меня плохо тогда научили. Tiempo adicional. Это тупой Андроксус. Точку, убивай Андроксуса, пожалуйста. Квешка, давай я убиваю танков и всех остальных, а ты Андроксуса, окей? Ну нет, если видишь Андроксуса, пусть, пожалуйста. Мразь ты. Да нет. Что? Сколько у него хп? Сзади, сзади. Мне хп нет, чтобы в поинт стать. Сейчас. Кого? Кого ультовать? Кого? Я и так их убил! Андроксуса! А он убегает от меня. Да блин! Я думал, что они... Я думал, что они войдут в поинт, да. Типа, они... Я ультанул, чтобы убить. Ультанул, когда уже... Да! Да нет, их просто трое были, они так хорошо стояли, я бы сбоку расстрелял с ульты. А они просто взяли, поинт потрогали и вышли. Ультую. Тильтую, скорее всего. Ой, как приятно бегать с третьими пятками, ой. Ты не представляешь, ой, так приятно, угу. 5, 4, 3, 2, 1. Ну я щиток тоже купил. У меня метка на двоих сломалась, это сейчас вон, право.
Мы нары. Это. Инара купила коня вдвое и приехала ко мне. Мразь с Андроксом и лютанула. Она уже третий раз ультануть не может. Та в пойнте была. Там, мразь. Мне на машине тут. Ты это, я пошел это. Андрюха пришел, где? За мной. Я убегал от Андрея. Нормально. Не. Чего я? Я два раза ультовала. Да? Ни разу не видел. Я один раз Макову раздамажила. И второй раз я... Бля, у них стены. Не уходите с комнаты, Ай. Вот это было, да. Вот это я мог. По чертам не потратил. У меня потратилось. Бондер все заминировал. Ай, один хп у нее. Она убежала. А, блин. Ну ладно, сколько стоит. Не надо было ультовать сейчас 30 секунд. Да мне полтора, если мы все равно не поможем. На танке здесь не такое. Дамажить. Модуль, да? Да, он и на арсенале. Да, все. Не зря Джен сыграл. Ну я лучше бы на Кейси тут сыграл. Ну на Кейси я бы тоже скидывал сало. Но зато 100 хакахила, и ты нас набустил. Я неудобно, то, что я на нем не играл, я не привык к полету снаряда, к ничему вообще не привык, я привык только к Иви сосать. Сколько вам дали за эту катку? Сколько? А мне 7. Здрасте. Почему так? Объясните. Несправедливо. Мне отнимают 16. И все, Настя, уходишь, да? А вы что со мной запустили? Не запустили с тобой, я спросил.
Я вышла же. Нет. Ты с телефона зайдешь или совсем-совсем все? Я не знаю. Согласен. Ну да, кто надо стыкать. Спокойной ночи, соленый слоны, сладкий камень. Пока. Успел, да, сказать. Что там принять даже надо, ничего себе. Там челик с прошлой катки вон с аватаркой петуха. А, петух, значит. Угу. Оля, какие! Зари... Ой, мы выиграли все. Галочки это. Какие, Ляни. Я знаю, что вот Зарине вот этот вот он вообще просто очень сильно убивает. Капец, как убивает. Че? Очень сильно. Да, очень. Все, мы это. Все, давали, бустим рейтинг. Да мне все равно за эту победу 5 дадут. Почему тебе так? Понимаешь? Я не знаю. Я вот аккаунт. Чего? Проклятый аккаунт. Я не знаю, наверное. Типа у меня просто берут и обрубают рейтинг. Вот мы с Настей выиграли 3 катки, и я потом проиграли одну, и все, что мы заработали за 3 катки, отняли. Вот. Классно, да? Тебе надо вот там перезайти просто. Да, да, да. А, это у тебя большой просто левел аккаунт, я понял. А, может быть из-за этого? Почему там... раньше тогда давали по 16? А? До того, вот, ну, когда я... Ну что, они смотрят на левел аккаунта всех, кто в игре, складывают и делят, и у тебя... Ну да, классно. Я этот левел аккаунт уже не в рейтинге набил, а в этом. Ага. Так нечестно. А почему до этого 16 давали? Вот когда я алмаз сапнул, мне по 12 давали хотя бы. А за победу 8 отнимали, а сейчас за победу отнимали. Может, когда ты 5? Сливаешь ранг, и там меньше дают? Я не знаю. Сливаешь честно. Один этот пункт. Не знаю. Ну это очень странно. Тебе надо премиум, надо купить просто. Два раза больше, чтобы было. О, видишь, я не зря... А что, не ждали? Я пришла. Я, видишь, не зря не говорил ей пока. Да. Он тебе сказал пока, когда ты вышел через секунд 10. Так. Давай, Зарине, чё там пикнешь? Чемпион мира. Он на танках вроде играет. А, и как мы затащим тогда? На офтанках. На офтанках, блин. Скажет, хил нуб, я АФК, и стоит в убеге. Всего победили, значит. Анбэ. Бэ. 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 Барик. Бэ, барик. Окейси. О, Мако. Вот, да. Да. Знаешь, вот там канал, короче, вот по паладинцам, который выкладывает крутые, ну, типа, хорошие... Нет, не знаю. Типа, ну, паладинс какой-то там... Ну, мне в предложку высвечивается иногда, я смотрю, и вот я смотрел, как этот... Все, я не хочу играть, у меня героя забрали. Почему они на ферстах берут? А почему ты выше меня в списке, если у меня ранг выше? А? У него писька больше. Вот этот Зарине, он играл на маковке, я видел. У меня высвечивался его этот, как он играл. Ну, я включил, полистал, просто там ничего интересного. Ты будешь на танке, кстати... или на домайне? Я на танке, на терме. Засейв мне терма, терма, засейв. Дома, говорит. То... Блять, а его сейчас заберут. Кого? Шали. Ой, Дзинни. Дзинни? Да вряд ли. У них хэш, мне кажется, не заберут. Мало ли. Вот термо бы забрали. Уже два танка. Уже два танка. Вдруг они через одного бы так играют.
Ну тогда они дураки. И они выиграют, как мы сейчас выиграли с Эш. Да. Кстати, это та может Эш быть. А, ну да. Она же ферстом у нас была тут. Ну нас... да, да. Ну, хотя, может... Так Зарин, это геймастер. Ты, я вижу. Я тебе отдам его, короче, ты мне термо. Давай. А давай. Чуть отклонить не нажал. Угу. Она просто горит такая большая, красненькая, красивая. А, ну давай, если чё, я лох. Я там колоду, короче, создал прикольную на дзыне, там спидбусты, это 50%, когда ты на 3 секунды, когда активируешь контратаку. А я видел таких челов. У них после устранения на 5 карты и вот это на 5 карт. Не, а я поставил, короче, на 5 карту, которая это контратаку после попадания. Я, короче, ну я один раз с ботами протестил, ты просто берешь, включаешь контратаку, по этой контратаке попадает, ты попадаешь контратакой, и у тебя следующая контратака через 2 секунды. И у тебя просто каждый раз буст скорости 50%. Это Ярлак, он то... А, нет, Эндри, да. А Ярлак не играл раз? Та же вот это. Эш та же. Но это вот этот, наверное, аватарка петуха, который я говорил. Видишь, у них нету. Че, мне на Йоме играть? А он на Гильзе. А я тогда на тлеющий огонь. Это фейк, отвлекающий. Ты на Йоме? А, все. Чё тебе за колоду? Это я стандартный взял. А. Фейк отвлекающий. Мэш Гильзу взяла. Кстати, у этого Зарине такая колода убогая была, мне показалось. Макова. Ну, типа там у него на щит была колода, а играл он на крюк. Перепутал он что-то. Не знаю. Кисси на перекат. А вот теперь другая колода. У меня кошка полезла. Я пошипел, она убежала. Где у нас дерево? А он умер в самом начале первым. А я ищу ауру глазами, не могу увидеть. Я ни в кого еще ни разу не попал. Дубле элиминацион энемига. Ой, что это такое? Все, победили, получается. У нас хилер даун. Ай. Блядь, у него колода. У него... Все, мы проиграли. У него колода, просто у него... У него нету колоды, которая увеличивает ему этот... дальность этого цветка. У него нету колод. Я понял. Он очень обоссанный. Что-то у меня не сработало. Контратака не сработала, представляешь? Классно. Может быть, она не работает, когда сквозь кого-то уже пролетает, смотри. Не знаю. Да, именно в меня. Вас не слышно, да, не слышно. Тр-тр-тр. Тупой дис. Тут дис, я левая. Блядь, я не эту кнопку не нажал, я долбоёб. Что, упал? Меня выкинули. Его я ж выкинул. Армагеда на фрост. Да что, ебать? А мы крепчаем.
как бы я вышла. Тут везут поинт, ребят. Везу, не хочу играть. Юзлес у меня дзынь. Юзлес дзынь. Да. Слушай, тебе не кажется, что вот вор, кстати, не набивает щит терминус? А, да, она, вор и атлас не набивают щит терминус. И андропс. Прям вообще? Нет, прям вообще нет. Серьезно? Да, серьезно. А как так? Атлас и воры не набивают щит терминус. А вот так вот. Это что у них особенного-то? Это паладинцы особенные в них. И он не закинул надо. Ее под меня. Чем? А где у нас хиллер? Я не знаю, мне очень больно. Вот так. А, да. До сих пор не вижу хиллера. Стоит, блин. Пиздец, как мне хилиться-то, ебать? Надо было реально на дымок играть. Я ни разу не на дропа. Ну ты своей ультой победил сейчас всех. Да? Да. Жакай. Че? 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 Ничего. Ну, Вэри плохой игрок. Посмотри, у него карты такие. Попадание по врагу производящего. На 300. Зачем тебе хилиться, даун? Да непонятно. У него щиты на возле. Как хватит ты дышать? Дышишь? У меня аж встал. Убавил тебя у нас 75. Настя, 75 миллиметров. Маленькая Настя. Да. И подчит, подчит. Подсруй, Мося. Что у вас, мужики? Гройер вообще какой-то долбоёб. Таргет лок. Смотри, у тебя почти... Бот просто. Захилили. Втроем, бро, и вообще похуй на все. Все, бегут втроем, убивают. А чем они могут? Пидорасы, блядь. А дай мне версию. Гровер очень плохо. Здесь все одна тащит. Смотри, что они делают. Встали там, дружат. За хуй друг друга поддержать встали. У них обоих нет ила. А нет, 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 они это ковыряли друг друга. Это же девки.
происходит, блять? Она застряла. Текстует. Прошли? Нет. Да, у меня перезарядка должна быть. Перезарядка. Лен. 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 Накупят коней своих. Активация контратаки увеличивает скорость. Вы услышите, как наручи? Да, слышу, как твой живот урчит. Это на это. Когда она по пузу водит ребристым и там это. Не, по подбородкам своим водит микрофон. По косточкам. Не, по ребрам. Разошлись море корабли. Давай я тебя держу, подсчитал. Земля пухом. Ебать, по двоим попал с такого расстояния. Охуеть. Опять по двоим попал. Там два лол хпшных чела, лол. Где это? Тупая вора, которая не заряжает мне щит. Согласен. Бля, куда я залез? Попа. Кану я с собой утянет. Да блин, у меня один хп остался. Я попал? Ну умер. Сейчас воронка. Надо омоложение купить, наверное. Сейчас я тупанул. Надо группап сделать. Группап. Блять, шоу по мне попадает. Можно на вверх? Она перепрыгнула. Смотри, как Лям держит. Да, поп такая. Попа Лям. Теперь мне лапку. Мне что гладить? Маленькая кисть. Время цели 70. Ну-ка, покажите дамаг кэсси мне. Время цели 70. 104.
Ну, он очень плохой, он почти в два раза меньше дамаж... Ой, нахилил. Сколько дали? Настя, давай, ваше предположение. Сколько мне дали за победу? 7. Я ставлю на 5, а ты, Квешка? Мне 15 дали, ничего не знаю. Мне дали 7, да. Даже больше. Да, да, да. Спасибо, спасибо. На, послушай. Я не верю, что у этого Зарине больше уровень аккаунта, точнее, меньше уровня аккаунта, чем у меня. У него рамка первого сезона геймастера. Да я же просто предположил. Ты понимаешь, что у меня ранг выше твоего, а ты first pick? Серьезно, понимаешь? Мне кажется, с тобой что-то не так. Мне тоже так кажется. Ты знаешь, у меня ранг выше твоего, а... аккаунт. Да, 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 новый создать. Почему Хана банит? Кого мне забанить? Бань этого... Ты дзинь не будешь брать? Нет. Бери, не баню вот, полностью. Баню а полностью. Чё ты хочешь взять? Не знаю. Сервис на дамаг. Тигра хочу тебе взять. Да, тут... Турно де Баниар. Слушайте, какие смыслы. Барика баним или Атлас? Может, термы? Ну ладно. Ферм бесит. Что, ты Иви будешь играть? Не-не-не. Ну, хоть это хорошая карта для Иви, но я не буду ей тут. Почему? Не хочу, я Иви только на ферст пике буду играть. Ты Иви. Я ферст пик, вот ты ферст пик, как бы, понимаешь? Ну, поменяться чуть-чуть надо. Да-да-да, будешь? Я предпоследний. Я Кэсси возьму. Или Таулус. О, Таулус возьму. Таулус, у, какой герой. Таулус. Или Иви, что взять? Таулус или Иви? Настя, ты выбирай. Ой, господи, Буся, твой нос. Таулус или Иви? Давай. Корвус. Таулус или Иви? Так и мне пофиг, как на ком на БК играть. Против БК. Давай на Таусе. Нет, давай на Иви, на Иви. Сейчас всё, значит, Терминус. Не, я Иви возьму. Че, правда? Ну, да. Так ты же бесполезный. Возьми полезное что-то. Сука! Все, проебали, короче. Да. А все. Там главное, чтобы Андроксуса не было, и все. Сейчас Андрюха, и он с ферстом меняет. Сейчас тебе вот эту кьюшку кинет. Андрюха в бане. А-а. Тогда норм. Он должен второго танка брать. Ну, Ворон не такая, ну, против Иви. Вот больше бесит Андроксус. Это будет смешно, если это та же самая Эш. Третий раз. Пизда нам. Угу. Все, не хочу играть. Корвуса можешь пускай. Да не бойся, сейчас я... Ты не видел, у меня хатки хорошие были на Иви. А, были, да, когда? Да. Я в рейтинге, кстати... В рейтинге, кстати, я на Иви один раз играл, мы победили. Да. Играй на снежок тогда. Он просто тогда вылетел, а не затащил. Не, я на снежок вообще не умею. У меня и колоды нет на снежок. На снежок намного сложнее играть, чем на червоточину. Намного. Тут там сложно. Наебало, ну, прилетел, да. Ульту кинул и расстреливаешь. Да, когда у тебя 1800 хп, да? Да. Ну да. Нет, не та же самая. Won't you go and kill them for me?
Вот, Настя, смотри, пока он АФКшит. Угу, прикольно, смотри, выглядит. Она так, ну, калейдоскопом выстраивается. А вот там, закрасить, вон там, вот там. Ладно, я сам закрасил. А, у меня нету такого. Лох. Угу. Ya ha comenzado. Она бот. Что? Селец. Да, чего? Как? Ты видела, Настя? Я не видел, как он меня убил. Два раза по мне бомбочками кинул. Ну ладно. Получается, я лох. Селит бот. Дайте мне пострелять, пожалуйста. Чего вы стреляете? Да, она будет. Хоть по турельке пострелять. Пока. Пока. Они ушли. Спойнт никто не взял, держу курс. Держи. Это тупая турелька бабка, вот как они бесят. А как он знает, что я тут? Чем мразь? Вот так. Отходим, что есть выхва? Конечно. Включаем. Давай. Что мне еще им, пожалуйста. Блять. Мне кажется, там аим на каждую перса разный нужен. У меня есть аим. Какой? Собственно. Я на лян играю. А. Ну вы так прикинь, как есть такие снаряды, все попадали. Угу. Ну мы помнишь это, встречали же снайпера аима. Угу. А где он? Я ушел. Вот он бомбер лох. Термин, вставай, хуй ты разлегся. Капец, Иви тащит. Конечно. Иди. Чё? Тут дис я ливаю. Cinco,
Почему только 3 спрея можно с собой? Ой, 4 спрея носить. Я бы это носил на 10. А, кстати, она загрузила. Да, я видел. Он хилило стоял сзади. Но ей не помогло. Меня Ханна 100 хп похилил. Знаешь, что сделала? Блин, не успел. Знаешь, что она сделала? Она просто, я на нее ультанул, и она просто от безысходности прыгнула вниз со 100 хп. То, что так делал. Тэпнулся, честно. Честно тэпнулся. Я хотел его обмануть, а в итоге я тэпнулся и умер. Что, у тебя карта на подкат? А? У тебя карта на подкат? Да. Почему? Я давно сменил колоду. Да, бомбер слишком сильный. Если бы у них нормальная команда была, мне кажется, мы проиграли. В смысле нормальная команда? У них. Ага, из-за тебя. Да, если бы... Ну, у них по силе такая же, как и наша, из-за меня бы мы проиграли. Mm. Да, 35 тысяч дамаг, здрасте. Ботар. Ботов и каток. Ну, я за АФК кину. Как КФК? Она просто вылетит. Он трекса зала. Нита? Кто такой Нита? Вот у тебя, реально, у тебя ранг и ниже моего. Какого черта ты выше меня в списке стоишь? Алло. А дэмэджа у кого ранг больше? У меня единица, у тебя двоечка. Типа, у меня на ранг выше, сколько, а у тебя... Сколько дали? Мне 15. Мне 7. Сейчас пара каток и я обнесу. Нормально бустимся. Мне 7 дали. Вот сейчас мы, если проиграем, у меня все заберут. Минус 30. Там те же игроки. Да, двое. Турмо дель энемиго пара банеар. Турмо миль амиго тер барбирар. Турмо де ту экипо пара банеар. Турмо дель энемиго пара банеар. De tu equipo para banear. Ой, как они хорошо быстро забанили, а? Вот просто вот. Муа. Обожаю такой. Турнулен мегиго.
все, не взять мне теперь терминус. Вора. Почему вора? Вора, потому что сильнее дзыня. Все, ты корвус на стан. Пробивает ворону. Нет. ГГ. Ахана забанили. Лол. Чё, кем играть? Все, ты на ДД, я хилер, короче, пизду. В смысле, два танка просто возьмем, все. Вот ты хилер, я возьму танк. Да. Поддержка. Элихи ту кампеон. Ой, я Инару возьму. Я просто не хочу против Атласа играть, кроме как на Инаре. Кэна Элиан. Тебя Инару забирают. Получается, ты Эш. Персонализа ту кампеон. Я возьму сейчас этого деда. О, можешь дамагера взять? Нет, я деду возьму. А чё дед там будет делать? Чё дед? Дед пердед, полный юзлис. Чё? Дед же юзлис теперь. Нет, пускай покупает этот. В смысле юзлис? На 200, просто 200 вы этого щита убрали. 201 щита. Какой юзлис? Яркая радость. Пускай покупают это крушители. Кажется. Может, ты дамаг возьмешь? Кого? Кэсси взяли, все, я никого возьму больше. Ну ладно. Мне не внушает доверия в уровень. А чё из танков, смотри, из, ну, из танков я могу... Ну бери, бери. Ну всё, бери, погнали. Эш, не хочу, кстати. Да нормально, дед, давай. Дед, пердед. На одной этом скине. Они нерфят этих героев и дают им скины. Койгу понерфили. Этого вообще понерфили, дали скин. И Мане. Короче, всё. Дженнис золотого сделали. Да. Let's fight to save the world together. Не, выглядит он классно, зачетно. Зачетный дед. У него такие, да, когти. Да, да. Скин хороший. Смотри, он очень любит Лиан. Почему? У него даже аватар. Да? Лиан. Я не заметил. Кло... Охренеть, какие звуки классные! Класс? Ну, поставь на меня, что он будет говорить. Как будто... Нет, нет. Он когда я ставлю, я слышу эти... Как их называют? Как будто что-то на скандинавском говорят. Скажи ого-го. Так. Да вообще не... У меня он отлично вместо ОГГ говорит. Там несколько... Нифига она быстро пытается там. Угу. У
что и Наре помощь нужна. Помоги. Так у меня в КД был. Помоги и Наре. Чё-то вора там скачет, скачет, но никого убить не может. Хочешь уходить, но... Дуров в камне встал. А и он меня вернул, я не смог на борт последний. Втроём замедлены. Ну чё, все втроём под меч встали? Наверное. Ему это воронку заряжает на. Я хотел выкинуть, а мне киса в бок зашел. Киса. Угу. Я думал, что они дамажить будут, а они не дамажат. Они вообще нулевые. Угу. Мы не убили даже никого. Два в сравнении. Что за хуйня? А чё, Инара где моя? Можно узнать? Она на лестнице стоит. А, классно. Спасибо ей. Капец, они нулевые. Классно. У меня одно устранение. Угу. Я щиты по КД ставлю. У меня 1-4-0. Вообще, просто... Ой. А, ясно, у нее колода еще такая, боссы. Нара вообще на этот играет, на крипл. Не, я про это. Про Лиан. Обычная колода. Ну, говно. У него нету карты, которая перезаряжает после устранения. А, это и нет. Она самая важная тут. Пошли в вранье. Так. Нормально. К
флешку можешь убежать? На, я тебя почти костел побью. У меня там стоял, типа хилил из пятишка. Да, тебе вот эти вот бы пришли, пацаны. А, ты хилишь. Просто прижигать этими. Помогите с термом. Тут убиваем двоих. Сюда. Блять, Лян не догадался нажать подкат, чтобы убить этого тигра. Одного хпшного. Пиздец. Какая тупица. Выкинул кого-то? Нет. Тебя? Я сам выпрыгнул. Я видел модельки там, которые делали. Не крушитель даже не купили. Ля, ты побежал. Я ее убили моментально. Угу. Я хилил. Я на нее щит поставил. Тура, блядь, за стенкой хилится. Она меня бесит. Я? Угу. Я буду с ворой ходить, потому что я лучше наливать. Вор хоть что-то делает. Reach for the stars. El punto de captura aparecerá en 15 segundos. Qué loco. Побежал, побежал, побежал. 3, 2, 1. Она так ножками перебирается, такая маленькая. Ты еще тапок в 3. Неплохо, неплохо. Thank you.
Как? Отойди! Да, я ее... Я ее, понял? Ты мне мешаешь, таргет. Я защищу. Я на тебя хил цепляюсь. Так я... Ты понимаешь, что ты меня ускорил, и я успел добежать до меня? А я бы хилил оттуда снизу. Меня зацепить надо было просто. У меня 9 устранений, все, я щиты пока ДС ставлю. Ну, 12. Это ужас. Если купил от меня. А, ты аннулируешь? Да. Она, может быть, зарежет кого-нибудь. Нахуя она просто убегает со своим ультой? А просто возьми терминуса в капкан и его раздамажи, пока ты его косой махаешь. Так же работает. Она просто убегает с ХП, блядь. Якобы. Тем более, она пока в ульте, ее вообще убить нереально. Просто никак. Она убегает, типа, похитите меня. El enemigo está en avanza. Дурочка дуреха. Сдохла. Очень плохо. Купи мне это щиток, пожалуйста. Юма. Тебе еще руны появляются такие. Тебе видно руны, когда я ставлю? Смотри, вот сейчас я на это на вора. Да, так. 4 треугольничка. Вон, видишь, еще там ободочек появляется от унитаза. Ободочек унитаза. Ой, они нас видят, что же делать? Go Ziggs. На пойнте. Сосать.
Я вору бущу и нормально все, я буду только за ней бегать. Бусти, бусти. Я типа хотел Ильян бустить, но она вообще Ильян лохушка. Я вот начал вору бустить, она хотя бы убивать начала. Она носится, она пятки купила. Не, ей бы еще пятки купить, вообще шикарно было. Куда она спилась, мать? Вать, а как это... тебя убило? Мечом взорвал. А пол хп было. Ну он сюрикен кинул и меч вроде. О, я не выхилю тебя, надо дать. Блин, там воровочка умирает. Варюш. Они убили Варю. Бать, залагал аж. Так быстро бегаю. Вора, вора пошла. Иди за вора. Иду за вора. Здесь эти звуки сюрикенов, когда они у вас летают. Уже можно как-то, блядь, что-то делать. Сдет какой-то бесконечная битва. Бомжей каких-то. А мы в них саппорты. Как она под собой ставит? Я уже второй раз вижу. Кого она под собой ставит? Наш что этот? Инара? Она убегает? И сзади нее стенка появляется. А она просто, смотри, ты бежишь и вниз себя направляешь, и все. Пока она ставится, ты за ней оказываешь. Да. Прикольно. Опять у меня денег на улучшение. Мастер езды, да? Если умру, приехать. Последний вот раунд. Смотри, сколько мастер езды. Там у двоих, и у нас у двоих. Все, я теперь мастер езды. У меня самый дешевый закуп в команде, да? Ну ты еще useless. А, нет, у Янара самый дешевый рай. Ригнал, погнал. Ура, мы вначале побеждаем. Убил кого-то, мужики. Все, победили. А вот тут вот стану, буду выкидывать. Второй раз за уровень ультанул. Вот это называется лустрик. Лустрик? Угу. Ну, типа, стрик поражения. Типа, ну, типа, они подвезли в первый раз, и все. Ты смотри, я почти это квест выполнил по защите. Ты посмотри, я сколько я нахил. В натуре все здесь не ультовало у них. 17 тысяч. Я нахилил. Пиздец, она нахилила. 300 тысяч. Смотри, сколько Лиан со мной накидала. Какой красивый дамаг, не смотри. Лиан? Ой, это... Вора. Так, знаешь, сколько дали? Сколько? 6. 6? Да. Это потому что мне тогда давали 15 и 16, а сейчас дали 14, поэтому тебе дали 6. Да.
да, да. Видали лидерство, мне, наверное, этот кинул. Воры. Все, последнее. Если проиграем, я ливаю, удаляю игру. Хорошо. Ой, Илья, нормально. Турно дель энемиго пара ваня. Забань, пожалуйста, это Шалиня. Я Кэсси хочу взять. Андрокса, может быть? Ну, или... Ну, или... Андрокс я убиваю. Шалиня не берет никто. Терминуса, может быть? Или вот этого атласа ебучего. Ну, чё хочешь, короче. Чё вот хочешь. Эти две стенки, их мне так бесит. Что у Терминуса, что у атласа. Я Алиан возьму. Угу. А я Кэсси. Угу. Угу. Значит, баним танк. А босса нам какой-нибудь. Правильно? А босса на танк. Турно дель энемиго пара банеар. Сейчас мы пососем. Элиге ту кампеон. О, спасибо, забанили Атлас. Персоналиса ту кампеон. Мако только остался из противных. Блять, говорил, но это было банить его, сука, там еще и дрога с пизда, нам капзда. Я Кэсси возьму. Не, ну нам капзда, конечно. Секунду, я сейчас приду. Давай, пока. Ну вот ты давай это, бери, убивай Дрогоза, понятно? Чё, ты лох, что ли, Дрогоза не убьёшь? Ты чё, лох, что ли, Дрогоза даже убить не сможешь? А, да. О, Мако, ну всё, блядь, спрейбали. Челы дерутся за хил. Он не думая пикнул просто. А было бы прикольно, если бы они вдвоем сразу взяли двух хилов. А как у них, он не сели на дамаг. Ничего страшного. Ну да, два хила не очень смог. Что-то у него за пушка. А, это от того скина противного. Да, где он очень... Где он дракон? You какой-то. Help me! Я это... I help you, you help me, вот это вот, да. Чего? Так он кричит, такой... когда это... Когда у него клич боевой, он там вроде кричит I help you, you help me, типа того. Что-то такое. Ай, блин. Дроксус 87-го. Ты до сих пор на Лавласман? Да. Но согласись, Андроксус, если, ну как сказать, Андроксус какого-нибудь там 10-го уровня. Что с Лавро? Ну, я ее бустил. Ну что? Ну, она же играла хоть как-то. Лучше Лиан, которая 87-го, ну, да. Блять.
ничего не делая, стоит сзади и типа тюшечкой своей подпёсывает там. Бля, у нас не получится, у нас вся команда Хронос сейчас купит. Будет сложно с двумя хилами. Там кошка. У них команда покупает. Че, реально вот на Дрогосе тапки работают? Я не понимаю. Зачем они их покупают? Он же в основном летает. Ну, он работает на... На Пипа, например, на вот этот прыжок работают тапки. Он... Да? Если третий покупаешь, он пиздец прыгает. Я фулл-карты пролетал. Ты поменял? Да. У нас Инара АФК. Первый раунд проебан. Ебать, мне залагало. Никого нету, они все справа. Откуда? Прилетело. Прайси, из инвиза ушла в день. Так, Нара до сих пор не загрузилась, классно. А, нет, а, все, загрузился на крипту. Вот они, куда-то. Так, я слишком быстро разогнался. Я обиду. Пробую. Я его выкинул с плей. Ненавижу этого танка, ебучего. И чтобы свалить ультрану. Потому что у меня скорость повышает. Молодец. Плохо там дроп. Да как он поп... А если она кейси? А не то, что он нас... Да-да-да. Чем это стена? Нара полыгра АФК, найс Лиан НКСИ, да? Ультуй. У меня нет ульти. Ты все равно ультуй. А, я промах... Да, я попал в дерево, а не рядом с ним. Даже не помогло то, что я вытолкнул. Классный спонсор. Блин,
5 киллов. Мне 100 не хватило. Я оставляю 1 хп и добиваю их. Ага, да. Ты то хрон старую купил, а я-то нет. Так было. И с Серис так было. Угу. Красиво справили? Да, как я увидел, что говно кто-то на стене написал. А, на нас стан играет, ебаный в рот. Угу. И раз просто не застанет. Эй, кул. Больше интересно, почему Хилл стоял там с тобой, а не с двумя танками вот это. Фига ты спамишь автоим. Да, я. Да, я красава, красава. Ура, он кого-то утонул, смотри. Он убил Маккова. Чего он так попадает, а? Блядь, поймали. Три пульки. Блядь, застанили. Чего он орёт? Эп. А я ему настрелял. Отката не было! Я с подветренной. Застанил, мразь. Первый раз меня застанил, кстати. Пока. Лейв this раунд, ему ультануть надо, и мы победим. Блядь, сдох, хиллер. Хиллер, он уже ультовал. Помогай, Ани. Сука. А, далеко слишком. Сука, босса, бля. Да хватит его хи... Меня пощит, да? Нихуя себе меня вытянуло. Ебать, как он так вытянул меня? Он за стену меня вытянул. Я третий раз приезжаю, умираю инста. Никуда встать. АФК там встать чуть-чуть. Ну, приехать и АФК встать. Да, наверное. Тут встаю АФК. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Поехал на пункт, мужики. Устойчивость нужна. Станет меня мразь. Правда? Угу. Давай.
El punto de captura aparecerá en 15 segundos. Я два раза бесплатно. У меня 9 смертей, у меня много смертей очень. Сейчас я бесполезен. Я перестал попадать. Давай попытайся, слышь. Во сколько щит вам был? 15. Классно вы там стали. Я в капсул, потому что она все просто. Просто показать ей, что она заруинила. Она стенку поставила от Кисси, чтобы его не хилить. Я убивал Кисси ультой. Она стенку поставила. И я еще по Маково этой ультой дамажить должен был. Она мне все заруинила просто. Дура ебучая, блядь. Найспоинта вышел, а захватит его. Какая тут... Я кип тупая. И он не убил. Ну ко. Он русский. А блин, у него скорострельный свыше на щиток, мразь. Ему по 500 дамажу. Достал так попад. Ну следи, чтобы он не пролетел. Дропс на поинт. Блин, ебучие серии снаряды, это пиздец. Макова пробежала. В самом деле, но я вообще убил. Они щиты покупают, и у меня дамага немало. У Вандроса в три щита уже. Мразь. Собака не крещенная. Угу.
El punto de captura aparecerá en 15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Target locked. Было сейчас. Ой, ебать. Это кто встал? Настя, Настя, такая потная катка была, ты не представляешь. Разблокированный четвертый сезон. Ничего, Алмаз. Ты что, дурак что ли? Зачем ты столько дамага нанес? Твешка, мне стыдно. Мне какую-то рамку дали, слышишь? Че? Да-да-да. Ух ты, мне 10 дали, ты прикинь, 10. У меня забагалась рамка, я ничего не могу посмотреть. А все. А 150 тысяч, а у тебя когда... сколько? У меня 107. У тебя на 50к ровно больше. Это... И ты, в общем, ну ты, конечно... Ну а у тебя Ахтарим, всё. Да-да-да-да. А мне апнули, да? Чё, можно в бой нажимать, да? Да, давай. Мне апнулся. Ты чё, дурак? Чё? Тебе дали, ты через 3 звания перескочил. Мне алмаз дали? Тебя 4-й алмаз дали, ты через 3 звания перескочил. 4-й алмаз, это что, плохо? Нет. Это где 3 звездочки? Это где 4 звездочки? А, 4. Их же 5. Типа, 3 звездочки это... А какого черта через 3 звания ты перескочил? Я когда был на втором, на второй платине, мне дали первую... Это... Мне дали первую платину, а после первой платины мне дали... А после первой платины мне... Это несправедливо, я считаю. Тебе дали 10, все, гордись. Да-да-да, в прошлой катке дали это 7. Сейчас мы сольем, все. Я не понимаю. А у меня эта штука на экране, я не могу пикать. Да? Я думал... Я говорил, можно? Ну, тогда... Че? Дезертир. Выходи из игры просто. А баны, может быть, будут, ну, бесплатные? Не знаю. Я пока перезайду, пока они банят. А, о! Там ливнул челик. Рили? Да, наш челик ливнул. Да, блядь, я не успел отмен нажать. Заходишь? А, я в пати в твою? Да. А я не приму тогда. Да, ты не примешь. Я не успел, он моментально. Настя, ты тут вообще? А, у тебя микрофон включен. Настя, писька. Настя, не писька. Настя, это выпь. Ну, прими за меня там, да? Кнопочку нажми, да? Да, ты дезертир. Я не успел, он моментально просто. Дезертир я. Ну, давайте тогда на жопу дальше смотреть. А с ботами можно запустить? Нет, ну-ка, сейчас проверим. А, ты без меня, лол. Сейчас присоединись. Я без тебя. Тебя не тем... Хожу, выпадаю можно... в ход. Угу. Дезертир 2 минуты.
Давай, ты зашел в команду мою? Да. Ну-ка, сейчас с ботами попробуем. О, правда, алмаз дали. Еще 12 сверху накинули. Да? Ты охренел вообще. 12 из 100. Какого черта? Так нечестно. Я 1200... О, как ты начал? С ботами. А, с ботами с можно? Ботами. А у меня... А вот этот у меня надо. Настя, что мне взять? Я перфекционист. Я не слышу, Настя, если что. Напиши сейчас, что мне взять, Настя. Тебе надо взять... Ага. Вот. Ну, спасибо. Вау. О, привет, Настюх. Я уже колбу взял. Да, блин. Ну, они будут в поинт вставать, мне надо по двое прыгать. Это что за киберпанк на минималках? Это Кога. Пугай. Ты летающий? Да, я летаю. О, давай, что покажи, будет? Как летать. Смотрю твой стрим. Портал залети. Давай. А что, у тебя энергия закончилась? А она же это... А я, наверное, не нужна? Так он хп тратит вместо энергии. А тебе же надо превратиться. Так энергия в любом случае вот при этой хрени тратится. А, то есть она не нужна? Нет, энергия не нужна, она может быть в нуль. Но просто после того, как ты нажимаешь ПКМ, у тебя в любом случае она полностью тратится. Отпусти их на поинт. А у меня хп нету. Все, Говка. Ну стой, мне надо на двоих прыгать. Я пошел, я летать буду. Хорошо. У тебя хп кончится, тебя убьют. Блин, они пончи захватят, ебучий бот. Летаю. Доложить обстановку. Давай, прыгай. Боты бегут? Боты бегут, да. Можно я снайпера убью, он все равно сзади стоит. Дженнис побежал самый первый. Вас аннулировал. Он меня аннулировал, я умер. Я прыгнул рано слишком. Жду, ничего не делаю. И тут прыгаю, меня аннулировали. Жду 2 секунды, ничего не делаю. Прыгаю на двоих. Все, можно убивать. Я тебя пошлю. У меня же пушек побежит сразу. Воу. Глянь, какая у меня эта карта прикольная там есть в колоде. Прыжок выше на 20%? Нет, в 5 который. Время выхода. Выселяйтесь на 800 попадно. Так это нормально. Бля, неплохо. Так это нормально. Это стандартная колода. Нет? А не нуллирую, я убегу. Ну вот когда я вот эту хренью попадаю, короче, ну, по КМам, я... Ай, как он попал. Я хилюсь. Так я понял. Я говорю, это стандартная, не колода? Ну, я не знаю, стандартная, стандартная я. Типа в 5 выход из стойки вот этот? Я не знаю, стандартная, нестандартная, я не смотрел у них колоды, но я вот это... Я сам смотрю. Я смотрел. Смотрел. Да. En 15 segundos. Иди сюда, я тебе книжечку покажу, смотри. Вот встань на эту бутылку и ты... Иди сюда, если ты вот на эту бутылку встанешь, ты застрянешь. Ты где, вот блин, наверху. Вот тут вот на этой бутылке застревает. Застрял.
Все, ты без меня играешь. Нет, тут сегодня Кейси на лошади застряла, так смешно было. Я Настя как раз. До конца игры. Это она выпрыгнула потом. У нее просто конь переворачивался, ну, кругаля давал, ну, типа. Ну-ка, прыгни. Как он долго аннулирует? Прикольно выглядит это. Только столько кнопок надо нажимать. Настя, ты вообще тут? Тебя это скажет? Да. Настя, писька. Все, теперь ты будешь удачным ходом. Тебе понравился геймплей, Настя. С учетом того, как мне на кнопки врятся. Видишь, у меня иногда не получается нажать кнопку, и мне убивают. Раз, блядь, эти боты, это просто. У меня 6 одиночек. Чего? Блин. Так ты трёшку сделал. А, ну да, да. Трёшка? Тройной сальто? А ты пятиху нашла зато. А я трёшку сделал. Да, это тультует, блядь. Да, ну ему как бы звание, но так я не так, что не так сделал. А как так, то что через 3 звания поднял? Не знаю. Чего? Пока. Он попал, когда я летел по мне, прикинь? Меня фурия хилит, прикинь? Меня не хилит. Ну блин, где они? Встаньте вместе, ёптать. Ля, куда уйдут Дженнис? Тебя? Сука, ебука. Я на подлете, он мне аннулирует, не кидает, у меня не засчитывается. Тебя не встает? Ладно, не встает. Дзинь скатывается. Дзинь скат. Скат на дзине. О, корону дали. Испытание выполнено. Испытание вечного пламени. Да, 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 да. Класс. Корону дали, да, да, да. Блять, не успел сфоткать. А, все, лох. Все, я теперь вышка, молодец. Все, репорт АФК. В смысле? Как в смысле? А, все. Вот это вот, Настя, 37, это за 5 выигранных каток. У тебя сколько? У меня 37. 37? Да, за 5 выигранных каток. 37 за 5 выигранных? Это за 2 должно дать. Мне за 5 подряд дали, вот. Блядь. Даже не за 5, не, ну сейчас мы сосать будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За 6 выигранных каток. За 6.37. Вот. Para banear. Please don't push. О, видишь, не зря тренировались с ботами. Лесопилку сыграли. О, Атласа забанили. Спасибо, господи. Успокойся, что там кубик Рубик собираешь? Просто кручу в руках. Turno de tu equipo para banear. Turno pila, kiri balalear. Гроза крестьян. Классный тит. Пожалуйста, не крашься. Не крашься, пожалуйста, я все прощу. Дискорд работает, слышишь, да? Да дискорд на телефоне, это отвратительное говно. Надо жалобу написать в это в весь мучение. Я каждый раз, когда кладу трубку, типа это отрицательное, типа... Ну ты да, ты еще зайди в Play Market, зайди и скажи, говно ваше приложение вообще. Да, которым я не пользуюсь. Play Market мне... А, я могу, кстати. Мне предлагают обновить TikTok. Зачем? Не знаю. У тебя есть? Ну, я смотри то, что мне скидывают, да. А, я думал. Я туда не захожу. Я могу даже скрин скинуть, где я сижу, и там нету ТикТока.
Сбербанк онлайн, Дискорд, Хром, Ютуб, Gmail, Google. Да. Нифига себе, на дурак запрыгал. Бомба. Угу. А чё там первый талант ей нужен? Может, он бустер какой-нибудь, или он сейвит кому-нибудь, он пьет крэш. Кстати, после того, как я научусь играть на Иви, я буду играть на Мэйв. Блять, тот зенит забанил, пизда, все проебали, короче. И дракон еще, ну конечно. О, еще и Иви. Серьезно? Все. Давайте, удачи. Да, пока. Ты на хиле. Я пока. Я... Не, я... Ну вот сейчас танка не... пикнет. Дженнис возьмешь как раз. Идеальный хит. Пусок. Плюс буст. Бустер Женя. АПМ рейтинг вместе с Женей. Да, да, да. За 6 каток мне дадут 37 очков. Дженнис Евгений. Да, да, да. Нет, будет терминус. Терминус Женя будет. Там Хани. Ой, все, ой, все. Это просто. Они шапы сейчас будут делать глубокую сосамбу. Там Хан, не надо. Они сейчас глубокую сосамбу будете делать, и понимаете, у вас контрпик, он там вот он сейчас возьмет рекурсию или как это. Кого? Рекурсия, которая на 2 секунды все скиллы отключает, вообще все. И вы будете делать сосамбу. Блять! Бабу открывай, сосамбу начинай. У тебя есть карта на хп? Да. А, тогда не будешь сосамбу делать, заустрел не умею. Ну вот Мэйв и Иви будут сосамбу делать, потому что у них меньше 2000 хп, и он умирает. Хан поднимать будет. Тебе не страшно? Ну, а на ком мне играть? На Инаре против Тигра? Не, спасибо. Вообще баны какие-то отстойные. Зачем Кинесса забанил? Лучше бы Дзинь забанил в Азе. А то что, у вас Барик забанил? А мне надо Инару взять, чтобы все девки... Все девки, давай. Бери. У них хила нету. У них хила нет. Бери. Блин, у них хан вообще, это что, дебил? Ну так, кстати, на этой карте же дебил, ну, вообще useless, не? Этот. Чего? Терминус? Да. Нет. Так, ты понимаешь, я против Кыси ничего не сделаю. На чем, чем мне брать, скажи? Какой Кыси? А чего, смотри, они слопнулись. Хан и воры. Они серьезно без хила играют. У него был ласпик, и они друзья. Ну ты... как мне... Я от Инары буду отлетать, на Инаре отлетать от кошки буду этой, от Тибериуса. Как отлетать? Моментально. Стенку поставил, пока я нажал. Да, стенку поставил, тебя хан через нее перебросил и все. Здорово. Повелитель. Они даже никто не ливнул. Они уверены в себе. Вот Шалин 6 левела, сейчас он возьмет вот перк. Да, да, да. А кстати, он тот перк возьмет, потому что не открыт тот. Я тогда меткость беру все. Новую массу даже прижигнуть. Так, это шлюха на щупальце, она хочет. Мастер 4 сезона, он, смотри, переписочка. Да. Пойду на бутылку сяду. Смотри, тут Мэйв тоже сесть сюда хотел. Что-то у меня не залагивает, не застревает. А я на Иви застревал, может быть из-за этого она маленькая пролезала. Маленькая писечка у нее. Ну Кэсси не намного меньше Леонки, как бы она тоже есть тоже. Ну Кэсси да, тоже. Ну тут терминус вообще, он просто проходит. Помнишь там как... Не та сторона. Нет, та сторона вот эта. Там с любой стороны будет та сторона. Ни хора не... А, закупился. Прижигина купили, блядь, суки, твари. В смысле? Этот же талант на 8 уровне,
у него этот, он купил этот, он пак паладинцев купил. Да, у него таланты все открыты. О, смотри, фурия убила кого-то. Смотри, сейчас запрыгну. Ну да. Ну попытаться стоило. А я просто на фонте стою, я три раза пульку кинул и все. Как хороший киса. Да. Он в квешку кидал, я просто зак. Зыни не забаним, теперь умрем, ребят. Зыни, а смотри, Зыни вора, это же это смесь гремучая, все. Лучше бы хила отдал. Лучше бы мне хила дали. Нет, я говорю про то, что этот деканка взял вместе. Фурия. Да. Квешка, ты дурак! Два, вам достает сверху и дамажит. Давай, давай, я тебя закрыл. Капец, неудобная позиция. Мне тут не пойдем нравится. Их уберем оттуда. О, вот он сам спустил отсюда. Блять, он успел зайти. А чего меня хилить не будут? Он вообще... Не, не похилил. У меня хилит, да. Ну, спасибо ему, да. Что, на заботу убрем? Да. Ну... На заботе сложно там. Я какая кралда. Лол, вы без меня довезли? Ну ладно. Да. У меня в меньше 1000 дамаг. Мне кажется, или это может быть изикатка? А призыга будет без работать? На кого? Ну, против вампирки. Конечно. Я просто неопытный. Ну да, сколько у тебя это... Часов 500 есть. Я до сих пор не знаю. У меня лагает, я прыгаю, у меня, смотри. Прыгать не могу. Ты не прыгаешь. Ты я прыгаю, смотри. Ты не прыгаешь, ты на месте стоишь. Посмотри мои трансляции. Cinco, нет времени. Cuatro, tres, ну, Настя видит, я прыгаю там на чуть-чуть совсем, но на полписочки и опускаюсь. Ты опускаешься как медленно. Как фури. Полписочки. Полписочки. Ну, Хан, иди в понь, пожалуйста. Аля, она ультанула, я смог это побегать быстро по поинтам. Блядь! Он меня убил. Лотиланг это. Вонюч. Я попал по нему. Вонючий лотиланг. Я его убил! Капец, ты двоих убил. Да. Уже а им нот бесполезно. I'm never die. Я запрыгну. У меня не прыгает пес. Я прыгнуть не могу, Настя. Я не. У меня прям такой. Я сквозь прошел. Мне только сейчас. Я на тележку даже запрыгнул. Ну ладно, пускай двигается. Я молодец. Бег. Мне как-то уже не уходит. Интересно, как бы. Может, в туалет сходить? Ультуй, да? Сейчас ультану, да. Ты как прям квешку. Культуй. Мне умреть надо для этого сначала. Жек, культуй. Культуй. Жек, культуй, культуй. Сейчас щит. Культуй. Пульт найди. Пульт. Пульт для ульты. Ну это заливная какая-то была.
Да, 8000 дамага. Нормально. Он КС какой-то, реально. Это почти... За это 11. Да, да, слушай, уже 9 даю. 11. 7 игр? Ты понимаешь, ладно бы я... Если бы, вот, я понимаю, что если бы я играл с людьми, которые ниже меня рангом, да? И мне давали, ну, за то, что это я за то, что ты, да? Наверное, понизил ранг свой. Типа слил. Не знаю. Алмаз слил. Так у меня, когда я алмаз сливал, то же самое было. Когда у меня алмаз был, то же самое было. Мы это выигрывали 3 катки, у меня проигрывали одну, и все это уходило сразу. Потому что ты скин получил, все, блядь, вали нахуй, тебе говорят, с рейтинга, не будем давать тебе очков. Да-да-да. Алмазную рамочку получил за сезон, все, все, да, все. Все, иди там на Тору, где играй. Турно дель энемиго пара банеар. Ахмат какой-то за нас. Это чай такой, я знаю. Ахмат Рамхани. Похоже на Рамзана Кадырова, только Рамхана. Кого банить? Атлса, да? Турно дель энемиго пара банеар. Ты что там тараканов бьёшь тапками? Свет выключил. Да. Я сейчас помыл. А, какала сидела. Да-да-да. Сидела. Нет, она пол помыла. Она пол помыла. Смотри, микрофон выключил. А, нет, какала сидела. Вот сейчас микрофон выключила. Микрофон выключила. Да. Пошла мыться вообще. Ты включи звук-то. Может, она писает. Хочешь послушать, как течет? Как текет. Че, камеру-то направишь на туалет? А, блядь, она же девочка. Так можно это ниже его ног опустить. Неудобно. Между ног надо камеру тогда поставить. Ну да, я говорю, ниже ног, между ног, ну. Или можно на телефон просто положить вниз. На телефон ссать. Как эти видосы. Не видел таких. Чего? Таких видосов не видел, сори. Ты серьезно? Как и телефон ссут? Нет, как это скрытая камера в унитазе. А, внизу. Да? Да. Я не видел ни разу. И что мне брать? Я Талоса возьму. Бери. Тебе надо щиты снимать. Ты Тупулус. Или Квиси взять. Талоса или Квиси, как ты думаешь? Тупулус. Кого хочешь? Я возьму Талоса. Главное, успевай телепортироваться, чтобы не было такого. Ай, блять, убили. Да, если меня дед аннулировать будет, то ай, блять, убили будет постоянно. Придется купить. Придется купить. Охлаждение, как там? Пукана. Стоп, чувствую. А он может какой щит терминуса аннулировать, и у него щит пропадет? Нет, он когда щит не включен. Сквозь щит не может, да? Да, сквозь щит не может. Типа я тогда пробовал, как раз вот, ну, когда Торальдом играл, он через щит не может, когда... Ну, он просто когда выключаешь, и все. Ну, выключаешь щит, он аннулирует. Так нет. Сбоку может зайти, да? Ну да. А, ну да. Ай, как они... Ой, возьми мне это, ой, возьми, и дай я это, а ты мне, а давай, а это, а вот это, а вот это. Че? Ну я и это, чат их команды сейчас. А, противоположный. Ахмады.
Ну у них мерзкие. Вот рамихи, ромахи. Мерзко. Щиты плюс удаленный хил. Но мне нравится Корвус на Талусе, потому что он минимально убегает, как... Меня бесит, как на Серис, когда ты ультуешь, она просто уходит в инвиз, и все. Корвус на минималках. Ля, какой дед. Угу. Заводной. Я сначала не прочел название. А потом как прочел. Смотри, какая у меня колода модная. Время перезагрузка. Ниже вампиризма. Максимальный боезапас. У меня такая же, только немножко по-другому. А 20% у меня входящий урон ниже. А меня вот эта карта много раз спасала. Я вот как поставил и чекнул, там, знаешь, когда у тебя остается по 5 хп, и ты понимаешь, что если вот если бы было они... бы... Дело в том, что они неубиваемые с этой карты. Они вот ниже половины отпускаются, нажимают свою перезагрузку и отжираются и... больше, чем ты по ним дамажишь. Это пиздец. Сколько раз я так убирал Таулса этого, которого невозможно задамажить. La batalla ha comenzado. Вы генерируете для цели защиты 10 боеприпасов. Зачем ему? На кого он? У кого там у никого 10 боеприпасов нету. Сейчас тебя бомбер разъебет, посмотришь. У него хп все. А есть хиллер у нас? Нет, да? А, она умерла. Придется отхилиться. Ну, не пиза. А, нет, повезло, она не попала ни разу. А от щита не получаешь же я вампиризм, да? На тебя же 500 часов рисков. Ты не можешь знать? Ёбаный в рот, сколько раз она выжила. Помянем. Вообще не понял, что произошло. Сейчас рип алтим будет. Где? Корвус. На Таусе так легко играть вообще. Он на меня катится. Он меня убил сейчас. Мне бесит его звуки. Можно как-то потише его сделать? Он слишком громкий. Самба. Ее даже хилли это не помогло. Не, ну там бомбер пиздец. Бошит. Да ты дурак, что ли? Одиночное было бы. Пришел последнюю пульку, блин. Ну ты, конечно, дает. Где он фечку убил? Да, убью сейчас. Угу. Кто-то подкат нажмет просто. Вот это он, давай. Давай. Лови.
Ты чё, сдох? Эта мразь меня аннулировала. Такой важный был. А все. Это был очень важный. А, ты просто заруинил всю катку, Талус, блядь. Как? Ах ты дох. Мы теперь... Пришел сразу, моментально, алло. Куда я утонул. А чё ты опять сдох? Так, там всё. Пизда, там это. Блядь. А ты чё сдох, лох, а? Пизда, блядь. Ты не мог там пых-пых-пых-пых? Я пых-пых сделал, у меня феечка набит. Пых, они все ультанули, кстати. Я чих-пых сделал бы. Они все ультанули. Кроме... Да меня мразь аннулировала, я не смог это... А нет, лол, они все ультан... Они все ультан... Все в пятером. Бомбер сдох. Дед ультанул, фея ультанул, Корвус ультанул. Дед поставил. Ничего себе, реально? Три... Да, они 850 дамажат, представь себе. Как у него талант еще. А. Так, знаешь, короче, там, когда ты больше трех бомб налепливаешь, они просто вниз падают. Правда? Угу. Только лохи с этим талантом играют. Нельзя больше трех налепить? Да-да-да, вот и... Он забустил его! Они вдвоем были. Бейте их теперь, мрази, вдвоем были. Он бустил его, он так нечестный. Ну-ка сюда, идите, мразь. Давай, разъеби там всех. Там, правда, зона эта, которой ты не хилишься. Мёртво. Ой, в пизду, я тут не буду драться. Он бьет нас. Мразь, опять вдвоем. Реально, бустер с отмером оставил 50 хп. Да, 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 бустер. Вот то же самое я делал с этой, как там ее зовут? Как ее зовут? С ворой. Я то же самое делал ей. Надо это щит купить. Антищит. Он дурак, что ли? Он там... Знаешь, что он сейчас на мой телепорт просто по... это, покидал бомбочек и ждет меня. Он не понимает, что я это вот, его поставлю вот так и все. Так ты задолбал, говно ты! Хватит! Себя аннулировали. Пока ты не пришла, Настя, он у меня 4 килла так забрал. Да как я забрал? Я помогаю тиммейтам. Че ты? Какая разница, чьи киллы? Алло, блин. Вот если бы я тогда с тобой играл, когда 45 киллов набил, я бы не набил бы 45 киллов. Эти бомберы вообще гнаби. Видишь, какой он сильный. За подсос, говорю, это больше дает очков. Хорошо сосет, потому что. А где у нас поинт-то, ебать? Его не везут. Как тебе стоит? Да ты дурак опять! Я только перезагрузил. Ты что, стрелял в печку? Я и оставил эту печку. Это я ее раздамажил. Ты чё гонишь? Я в нее всю обойму выпустил. Ты чё, охренел? Да ты чё? Настя, я в нее 4 скилла нажал. Да-да-да-да, Настя, скажи, что я в нее стрелял. 4 скилла в нее нажал. Говно. Ты думаешь, у меня это? Я думаю, что маленький, да? Думаешь, все можно тебе? Девка вообще обоссанная. Зато я тебе под юбку могу. Он не дал? Колготки красивые. Я вот тебе факт показал. Ты мне два пальца туда засунул. Один парадный, второй шоколадный.
Нихуя, ты чё, блядь, демон что ли какой-то? Умрёшь, телепортируйся! Чё, я меня аннулировали. Я телепортнулся, короче, и меня убило. Настя, ты видела, да? Я почти тебе... Чего? Как он это? Чего это было? Он под себя кинул и нажал. Нет, я про другое, он у меня это... Ты бы... Вы видел, что было? Что было? Ну, я не знаю, приземлил или нет, но он как-то, знаешь, он... После того, как он приземлился ультой, он еще раз подпрыгнул и резко поменял направление на себя. Прям вот попрыгнул и прям... Не знаю, это очень странно выглядит. Да, он поменял направление. В тебя он вперед двигался, не а потом варялся. Я не потрогал. Блять, я зря трогал, потому что Томинара пришла да. Быстрее меня. Ты, он тебе. Знаешь, что было? Он тебя начал аннулировать, а потом. И... Короче, ты умер, и аннулирование на меня перешло. Реально? Угу. Не, бомбер ну, реально хороший. Я хилю, да, согласен, хил необходим. А чё у нас серия СФК? Угу. Она вон наверху стоит, и она даже нар не похилила. Она вон стоит, а, она стоит стреляет, она не хилит. Тебе челюсть пролетел. Он меня с дубом убил. Да. А у них феечка бот. Мне кажется. Нет, у него 10 их бота бы не был такой стрик. Чем. Она просто утонула в поинте стоит. Может, вот. Ты... Это бот, ученый, понял? Просто некрещеная собака. Чё было, чё было? Чё было? Скиллы перестань автоим нажимать свои, понятно, чё было. Это у меня дамажит так персонаж. Да. А чё, где бомбер у них, кажется, в капсул? Я тэпнулся, и ее зона продолжила действовать. Чего они там сзади стоят? Алло! Не идиоты, знаю, два штука. Охраняют. Да, у нее да, бомбер да. Где-то, слышишь, встал АФК. Он спрятался, ждет, пока мы все тут будем. Айнара просекла фишку. Отвечаю. Бомбер едет, я... Ай. Оп. Вот он стоит. Так я на него утонул. Я случайно упал. Че ты не сказал, что он тут? Я говорю, я на него лутанул его. Гном меня перепрыгнул. Ты куда ультуешь, идиотина? Терминус. А Серис за мной, кстати, бегала. Делал, чтобы там, там с бабочкой дрались, она бегала меня хилила. А я бросил бабочку и пошел всех троих напомнить убил. Лол, НП. О, смотри там, Настя, смотри. Квешка, смотри. Вот тут подпрыгни. Вниз, смотри, вниз, на пол.
тут где плинтуса нету, вон карта просвечивает. Ой, даже то стрелять нас. Прости, тут ко мне не слышит. Да. Да, ну да. Ты чё, бутылку пива открыл, что ли, по звуку? Ты чё, офигел? Ничего. Я задамажил кого-то. Надеюсь, все помогут. Я убил. У них это... Троих убил. Там дед всех убил, мужик. Да. Ну он 150, это он какой там этот негодяй или как у него там подписка будет? Он пенту сделал. Он пенту сделал. Это нереально. Бомбер вообще капец. Ой, он двух танков развалил. Мы сейчас проиграем так. А мы уже проиграем. Он ультует. Мертвая зона была. Да, он первый не сработал. Что-то 15 раз подох. А я думал, это последний раунд, у них 3 путь-поинта тоже. Я нет, думал, нет, мы сейчас нет. Проиграли уже. Нет, нет. Когда они захватили. Было бы обидно. Следующий захватывает, то как да. Будет обидно. Будет обидно, да. Надо, я больше что не пойду под ульт этого деда. Спасибо, что он меня... Спасибо, что он меня аннулировал, а то я случайно нажал. Мразь. Что ты нажал? А мне еще это спрей включил. Угу. Я его обоссал сколько раз подряд? 5. Как давно? А, я вообще в осаду или в огороде попал. А, мы сейчас прям проиграем, забить. Кого убиваешь вообще? Натал. Шмоктер? Я? Я не могу его убить, он меня это убивает моментально. Я за хилом хотел побегать, но там... Каким хилом? У них Корвус ничего не делает. А, не довезет. Там здесь первым сколько? Сколько, интересно, минус дадут? Все, первый проигрыш — это знак, что хватит. Может, в Майнкрафт пойдем? Пойдем в Майнкрафт. Чё-то я вообще слабенько. Ну, бомбер он накидал сколько? 3-4, 31 килл у него. Инара вообще, смотри, 3 килла, 10 смертей, 46 тысяч дамага. Минус 47. Минус 12, нормально, классно. Минус 8. Ты все, КВшка? Да, все, надоело уже. Ой, я метро. Идите в Майнкрафт. А что в Майнкрафте делать? У меня не скачано это хрень, он сервер. Там чуть-чуть. Давай, я могу включить Скайрим, могу включить, могу скачать. Скачивай, скачивай, Майнкрафт. Майнкрафт, скачивай. Майнкрафт — это моя жизнь. Там знаешь что?
Я зашел, да. Я там дерево даже не смог срубить. Я срубил дерево, из него ничего не выпало. Классно, я не буду в это играть. Я залез, а там надо сначала палку сделать, топор, чтобы дерево выпало из дерева. Там типа, ну, прям сильно замудрено все. Там надо сначала травку пособирать, чтобы какой-то... Ой, я не люблю вот это все. Почему это интересно, наоборот? Мне больше следовать нравится. Так, и там... Вот Настя не даст собраться, я в каждую пещеру в Кайриме захожу. Так, а это что, не исследовал? Там типа, чтобы в эру перейти, надо что-то сделать. И для этого надо исследовать, найти. Там интереснее намного, чем в обычном Майнкрафте, мне кажется, 10 раз. Классная заставка. Угу. Она такую ностальгию дает. Ты же играл. Это предыдущая часть. Предыдущую он тоже играл. Да не это третий раз. Конечно, сам ты служил. Я пойду покакаю, наверное. Угу. Удачи. Теперь мне этот диалог слушать снова.